Привет, фанфики, с вами я, ваша Варька ТВ. Если ты еще не попадал в нашу дружную команду, то скорее подписывайся на мой канал, ставь лайк и не пропускай новых видосов, а мы погнали. Сегодня у нас новое видео, можно я договорю? Можно. Сегодня у нас новое видео, кто лучше кого знает. Да. У меня есть 10 вопросов, и у Кати есть 10 вопросов для меня про нее, а у меня 10 вопросов про меня. Вот, и мы будем задавать, такие... насколько Катя меня лучше знает, и кто, если Катя неправильно отвечает на мой вопрос, да, то я ей даю еще бан. Если либо я Варе даю. Да. Итак, давай на свою сноху, кто первый будет, кому задавать. Я уже начинала, поэтому ты. Окей, давай, я начинаю первая. Так, когда я создала свой канал? Месяц назови. Месяц. Ноябрь 2017 года. Молодец. Ты не получаешь силбан. А сколько лет мне купили лампу? Гель-лампу. Это сложно. Во сколько лет? Да. Сколько лет? Ну, если так посудить, подожди. Ты начала заниматься маникюром где-то в 2016, в конце там. В 2015. Да? Да. Ну ладно, ну в 2015, в конце там где-то. Вот. Год, месяц не надо, просто год. Ну где-то в 2016, наверное. Да? Есть. Так, окей, теперь я. Мне страхово. Просто наугад, просто можешь. Ну, ради интереса, ты знаешь, я тебе рассказывала, я уже не помню. Во сколько лет выпал мой первый зуб? Ты мне не рассказывала. Ну, может, я предполагаю, что в 6 может. Молодец! Как? Так, пока что у нас по 0 щелбану, пока что мы идеально знаем друг друга. Когда давай. У меня появилась пушинка? Пушинка, это легко, в прошлом году, ну, типа, позапрошлом, в 2016. Да. Позапрошлом, да. Так. В каком году я закончила садик? Это легкий вопрос. Так, сейчас. Есть 2015. Такой? Нет, 2014. Давай, первый жербан достается Кате. Так, ладно. Так, окей. Подожди, надо записывать куда-то то, что кто там. У Кати... Так. Так. Один. Катя, Варя. У Кати один, у меня ноль. Окей, погнали дальше. Давай. Сколько годов, лет я вяжу? Так, сейчас посмотрим. Вяжешь или еще из резиночек? Вяжешь, именно вяжу. 3 года. Так, окей, теперь я. Когда у меня появился iPhone? Месяц и год. Ноябрь 2017. Да как? Откуда? Ты вообще об этом не рассказывала. Ну, в принципе, логично то, что я начала снимать свой канал, да? Да? Ну, это логично. Так. Окей, дальше давай. Во сколько лет я начала вести YouTube канал? Во сколько лет, да? Да. В 9? Нет. 8. Давай свой лобик. Или в 9. Так, сейчас, подожди. Моему-ка. Так, сейчас. В 2016. 2 года назад. Да. Так, получается, сейчас, подождите, ребят, посмотрим. Сейчас посмотрим, сколько Катя. Если мне еще в этом году будет. В сентябре 2016. Ну. Тебе будет 12, то есть. 8 лет, да. Ну да, ладно, давай. Щелбанчик. А! Извините, я случайно. Давай. Я поставлю минус. У Вари тоже есть один щелбан. Так, давай. Сколько... да, теперь ты. Так. Во сколько лет под... Так. Сколько лет подряд я ездила на море? Ну, примерно. Сколько подряд лет я ездила на море? Может, 2-3 года. Нет, 5 лет подряд. Серьезно? Да. Ну так ты мне об этом не говорил, ну давай все равно. Ну ты мне тоже не говорил!
сказала. Ладно, давай. Так, подожди, у Кати еще один чулбан. Угу, давай. Во сколько лет я первый раз подстригла волосы? Так. Это у меня вопрос такой. Ладно, так. Во сколько лет? Да. Именно не кончики, а сама вот прям. Ну, каре, да. Мне было каре. Сейчас, если тебя сейчас. Ну, лет 5-6, вот в этот период. Нет? Нет. А во сколько? Я первый раз подстригла волосы где-то 8-9 лет, в 2016 году. Да блин! Давай. Окей. Что-то ты два минуса подряд пошла. Так, давай вот здесь посмотрим. Вот. Сколько лет моему Басику? Прям конкретно там. Там. 2 года и, например, 6 месяцев. Ну, вот прям конкретно. А конкретно я не могу сказать. Ну, наугад можешь. 1 или 2 года. А? 1 или 2. Нет, 2 года. Нет, ему 1 год и 5 месяцев. Ну, почти. Ну, ты близко, да, поэтому нормально. Не будем тебе давать чурбан. Почти. Да, окей. Давай. Нет, дай все равно, я же не угадала. Да нет, ты угадала, ты близко была, ты же наизусть не знала. Давай. Так. Итак, продолжаем наше видео, извините, пожалуйста. Варя, давай. Позвони. Да. Какой мой любимый школьный предмет? Я буду и думаю, с этим проблем не будет. Русский язык, это 100%. Так, окей. Теперь я. Во сколько лет я начала краситься косметикой? Ну, настоящей, не детской. Может, лет 8 или 9. Правильно. Да? Угу. Так, как зовут моих бабушек? Полное имя. Имя. Полное имя. Так, подожди. Блин, у меня вылетели из головы, они прям конкретно. Одну бабушка Дуся? Да, Евдокия. Вот. Ну, я не знаю их отчество. Ну вот, бабушка Дуся и бабушка Лида вроде бы. Нет? Нет? А, сейчас, подожди, я не помню просто. Сейчас. А можно воспользоваться телефоном? Как ты воспользуешься? Посмотри в твоем блоге. Блин. Я не знаю вторую бабушку. Ну, я тебе не буду давать чулбан. Одну бабушку зовут Аня, а другую Дуся. Да, блин, они просто вылетели из головы. Ладно, давай. Угу. А я же тебе 2 вопроса подряд задала. Нет. Я тебе задавала, сколько лет я начала красить. А, да. Во сколько лет я первый раз подстриглась? То есть это вопрос как у тебя. Именно там... Под каре. Прям, помнишь, у меня такая каре ножка? В прошлом году. Нет, каре ножка бы у меня была прям такая. Я не знаю. Ну... 7 лет. Сколько? 4 года. Когда я пошла в садик... Да ты думаешь, я помню! Нормальная вообще! Давай. Окей, у Кати уже 3 щелбана. Окей, погнали дальше. А у тебя сколько осталось? У меня 2 осталось вопроса. У меня 3. Когда... Итак, ребят, теперь Катя задает мне вопрос. Когда я была последний раз на море? Год? Год. В 2012 вроде бы. Нет, 2014. Я в джубку ездила. А-а-а, блин. Точно. Шубанчик. А-а-а. Все, у меня 2 вопроса осталось. Так, окей, я теперь. Что у меня лучше получается, русский язык или математика? Математика. Тебе надо мое любимое блюдо. Так, твое любимое блюдо. А ты об этом не рассказывала. Ну, ты знаешь, макароны, что... может быть, с чем-то? Да, с чем? С котлетой. Нет. Еще одна попытка.
сосисками. Да! Блин, да, сосиски, точно. А, ладно. Я ненавижу котлеты. Давайте котлеты. Так, последний мой вопрос. Сколько мне было лет, когда вы уехали из Брагина? Мы приехали сюда. Сколько мне было лет? Лет 9. Да, молодец. Так, и моё... Так. Epic fail. Моя любимая песня. Я у тебя ее постоянно прошу включить в последнее время. Но не... А, был... Dark Horse. Dark Horse. Итак, ребята, на этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на Варин канал, на Катин канал. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!